Первые блоки строящихся в Крыму теплоэлектростанций Балаклавской в Севастополе и Таврической в Симферополе полностью введены в эксплуатацию и начнут получать плату за мощность. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех». Обе станции работают в составе Крымской энергосистемы. Ожидается, что с 1 февраля после прохождения аттестации они смогут получать плату за мощность. Сама аттестация будет завершена в ближайшее время, добавили в свою очередь в пресс-службе Минэнерго России. В «Ростехе» также отметили, что вторые энергоблоки станции находятся в высокой степени готовности. Так, Севастопольская ТЭС уже аттестована системным оператором и с конца декабря обеспечивает энергией потребителей в городе. Напомним, что входящая в Ростех компания «Технопромэкспорт» строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 мегаватт каждая. Ожидается, что новые станции станут одним из важнейших элементов энергосистемы полуострова, который решит проблему дефицита электромощностей и повысит надежность работы крымской энергосистемы в условиях прогнозируемого роста нагрузок.